основание огромного упавшего дерева решили устроить небольшой костерок. Здесь бурелом, все попадало, очень много сухостоя, огромных деревьев. Смотрите, как ломает стволы. Никакой санитарной вырубки не проводится. И заводится короед, и вот так вот он хищнически пожирает сосны и елки в округе. Все-все-все деревья, видите, поражены. При том, что эта елка, вот она еще совсем зеленая. То есть он ее прямо сейчас личинками жрет в мороз. Поэтому мы деревья никакие здесь не погубим. Здесь уже все мертво. Зато много сухостоя. Сейчас будем отдыхать. Сначала положили толстые валежки, чтобы от земли немножко поднять наш очаг. Потом навалили вот такую вот прослойку сухого-сухого хвороста, который обламывается со стволов деревьев, который не на земле лежал и впитал воду, а который именно повыше от снега находится. И дальше совсем маленькие-маленькие веточки. И сейчас вот это все уже можно поджигать. И угольки будут падать не на снег, не на замерзшую землю, а на такую своеобразную платформу из бревнушек, и постепенно огонь разгорится. Вот, 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 вот